Что вы видите на этой картине? Красивые елочки, поля, небо. Именно природу во всех ее разных проявлениях можно увидеть на выставке «Вятское Фонтенбло». И если вы подумали, что «Фонтенбло» – это какое-то ругательное слово, то глубоко ошиблись. На самом деле «Фонтенбло» – это место под Парижем, где любили писать французские мастера. А «Вятское Фонтенбло» – это красивые места Вятки, которые изображали на своих картинах местные художники. У нас на выставке можно угадать местечки Макарье, Лингосы, вот деревня Лингосы, Чижи. Вот, например, художнику Румянцеву очень нравилось рисовать берег реки Вятки в Чижах. Вот обратите внимание на изгородь. Вот ни одна жердочка не уйдет от взгляда художника. То есть все выстроено правильно. Бабуля, это похоже грядки полет, нет? Николаевич, огород, да, здесь вот знакомы, наверное, дачникам-любителям. Здесь вот огород, и уже солнышко у нас на закате, но еще люди трудятся, работают. Хорошо получилось передавать деревенскую природу художнику Юдину. Ну вот здесь мы видим состояние, например, вот закат очень хорошо передано, вот ясный, чистый. Так что, может быть, кто-то вот будет прогуливаться, посмотрит на эту картину и вот потом гуляет в этом местечке и увидит этот дом, может быть, он еще и стоит. Ну, возможно, угадают само место. Вот там работы подписаны, можно вот прийти и посмотреть. И самая большая картина выставки – работа Исупова «Ребятки». Она, наверное, у нас в экспозиции самая большая работа. Написана очень легко, быстро, вот мальчишки таким мазком. Вот бревна, кто-то идет. То есть жизнь кипит. На выставке «Вятское Фонтенбло» вы сможете увидеть природу глазами художников, которая была 100 лет назад. Оксана Стяжкина специально для программы «Вятка Тудей».